Я снимаю. Начнем с маленьких хищек. Так. Петя, подойди сюда. Так. Ты со звуком играешь. Так. Маленькие ящики, так. О, 14 очков силы. Давайте-ка, да, тогда на тика. Так, ну а теперь пойдем по большим ящикам. Так, сейчас, вот, тут мега ящик. Тут начинается большой ящик. Иди, иди. Так, Валик, замолчи, пожалуйста. Просто, я думаю, меня не слышно. О, 58 очков силы. На приматы. Если мне Мортис выпадет, тогда я за него не буду играть сразу, а прокачаю на последний уровень силы. Так. Пока мне не очень везет, но думаю, на мегаящиках мне хотя бы эпик выпадет какой-нибудь. Эдгар там. Ну или что-то в этом роде. Все, а теперь начинаем. Просто кликаем, кликаем на одно место и все. Так, давай, давай, давай. О, гаджет на замедляющий токсин, на ворона. У меня, кстати, ворон выпал. Единственное, пока что моя лего. Так. Так, давай, 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 давай. Если что, я не подумал, что мне хоть кто-то выпадет. Я думал, что... Ну, я забыл про этот гаджет. Так. Ну, давайте. Я не знаю, кого мне тут улучшать. Сейчас мне вообще все равно на всех бойцов. Ну, хотя на ворона можно закидывать. Я хотел его прокачать до максимального уровня силы, но... Спраут! Ну вот, хотя бы какой-то бравлер выпал. Павлик говорит, что хотя бы какой-то бравлер не выпал. Я думаю, что меня сейчас не слышно. Вот почему я говорю, пытаюсь говорить как можно громче. Так. Ну, уже какой-то бравлер есть. Ну, мне нравится Спраут за то, что он не тасит. Ну, плюс еще к тому, он может стену ставить. Спидрон по открыванию ящиков. У меня еще впереди несколько мега ящиков. Возможно, мне это мой единственный боец, который мне выпадет. Но, возможно, нет. Так, посмотрим, что у нас там по шансам. На мификов увеличился. Так. Блин, со мной как раз и так, 5. Ну, 0,5. Шансов, ну, нормально вроде. Мне еще может эпик повезти. На эпика повезти. Ну, а на лего мне уж точно не выпадет лего, по крайней мере, ближайшие несколько месяцев. Ну, или вообще готиков. Точно, я забыл про что. Кстати, я думал, что с каждого ящика будут эти очки силы падать. Но они вообще не с каждого, ну вот прям не с каждого и падают. О! Вот, и на ворона очки. Очки, где очки? Подтвердить. Все так. И последний ящик. Блин, что-то как-то опять вообще не повезло ему ящик выпить. Хотя он уже лучше, чем этот, но ладно. Все, начинаем. Семь. Если 8, то тебе выпадет либо гаджет, либо... 6. Блин. Да, с моим везением мне ничего не выпадет. Везение? У меня вообще нету везения. Это последний? Нет. О, тут еще большой ящик остался. Ну, и, конечно же, ничто. Почему ничто? Тебе выпало это? 6. Кстати, из-за войны нельзя донатить. Мы уже пытались, но не получилось.
Да. Ну, в общем, сегодня улов меньше, чем вчера. Ну, в прошлый раз выпало 2 бравлера и куча гаджетов. Ну, а в этот выпало только 1 гаджет. И 1 бравлер. Ну, спраут. Вот, и на этом заканчиваем. Всем пока, всем до новой встречи, увидимся. Ты опять матерился. Зачем ты так много материшься?